Так, значит, пришел лист с Петриковского следственного комитету. Отказ на пытание, которое написал на белорусской мове. О, дякую за увагу. И отказ так само дали на белорусской мове. Ваш зворот таки поступил в 21-м годе в Петровский район. Так. А представление информации по допыту в якости сведки расследования. Поведомляю, что вы были допытаны следчим. Те мошенники, в якости свідка при кримінальній справі такої-то, узбудженої по артикулу 341 Кримінального кодексу Республіки Білорусі. Перед початком допиту ви були розтлумачені про обов'язки. Були. В якості свідки ви були допитані, тому що слідчі мелися підстави меркувати, що вам можуть бути відомі обставини учинення злочинства. Кримінальне переслідування Білорусі вас не зацікавляється. Подозрённо по этой криминальной справе вы не признавались. Звездки о запланированности и проведении в обыске не могут быть поставлены от ответственности. В этой информации относится до таймниц следства. Як чудовно. Отказ дали на белорусской мове. Это, мабуть, было нелегко. А худшее за все это секретарка натрудила. Мозг. Раздвинула папки и провела. Деятельность следчую. Нагадаю, что я писал лист в следственный комитет, чтобы мне растлумачили, и на какой подставе мне опытывают. Но пишут, что криминальное расследование в дочинении вас не ожидается. И это выдатно. Не ожидается, лишь я опрошиваюся. Допыты. В обыске. Как это растлумачить? Это не переслед? Сдается, нас наебывает. До скорых встреч.